Всем здравствуйте! Рада приветствовать вас на своем канале. Сегодня хочу сделать для вас расклад, который попросили меня двое. Да, то есть это Светлана Дубина и Александр Невский. Тема, которую они предложили, достаточно схожая, поэтому я объединила этих два предложения в одно единое. Александр попросил посмотреть расклад «В чем моя сила?». Такой расклад я уже делала. И вот здесь вот я вставлю ссылку на этот расклад. Можете посмотреть. Вот. Светлана попросила сделать расклад о ресурсах, да, что нас наполняет, что нас опустошает. Так вот, такой расклад тоже был. Называется он «В чем мой ресурс?». Я его поставлю в конце этого расклада, там будет ссылка. Ну вот, завершение на последних минутах, где я прощаюсь, я там выложу ссылку. Поэтому, если вы хотите посмотреть эти два расклада, я вам рекомендую, независимо от того, у нас какой срок годности, ну, давности, вот, когда вы попадаете на расклад, тогда и актуально. Вот, и заодно посмотрите, как я меняюсь. Я когда смотрю свои старые расклады, очень удивляюсь, думаю, боже, как я выглядела. То есть ссылки по ссылкам вы, ну, можете нажать прям на это сообщение, выскакивающую информацию, и перейти и посмотреть. Поэтому я соединила два предложения воедино, и у нас получился расклад, который мы посмотрим. Почему я это сделала? Объясню, потому что я не люблю повторяться. Вот, и если бы я заново сделала расклад, в чем моя сила, он такой уже есть, в чем мой ресурс такой тоже есть. Вот, поэтому я назвала этот расклад, ну, так, как вы его видели в начале. Вот, в чем мы будем смотреть сегодня? В чем ваша сила? Что вас наполняет? Что вас опустошает? К чему это все приводит? Позиции вы видите перед собой. Работать будем на колоде Таро Шамана Флогинова. Что-то последнее время мне хочется на ней работать. Вот, но такая. Видимо, у меня настроение такое своеобразное, как у этой колоды. Так, приступаем. Позиция номер один. Голубенький камешек. В чем ваша сила? Единички. Ваша сила в вас. Королева жезлов. Ваша сила действительно в вас. Ваша сила в вашей коммуникации. Ваша сила в вашей яркости, в вашем характере, в вашей доброте, стойкости, мужественности. Такой, знаете, вот уверенности, да, когда человек несет гордо себя. Не потому, что он возвышается, а потому, что он уверен в себе и то, что его наполняет, да, то есть он полностью осознает, кто он есть и зачем он тут и куда он идет. И вот это, вы знаете, внутренняя уверенность и понимание себя так помогает выровнять вашу осанку, поднять голову так вот, подбородок чуть выше, вот, и двигаться по жизни с большей уверенностью. То есть ваша сила тогда, когда вы верите в себя, ваша сила тогда, когда вы совершаете первый шаг и не боитесь, ваша сила, когда вы общаетесь с людьми на равных, ни выше, ни ниже, ваша сила в том, когда вы идете к своей цели, когда вы дружите, ваша сила именно в поддержке, в уверенности в себе. Сразу ваша слабость, ваши ранимости, то, что вы близко к сердцу принимаете. Но здесь все-таки мы рассматриваем, в чем ваша сила. Давайте еще посмотрим. Вот в партнерских, в партнерстве ваша сила. Ваша сила в ваших страхах. Когда вы боитесь, вы, по сути, знаете, идет какое-то вот внутреннее противоречие, да, то есть чего вы боитесь? Вы боитесь самих себя. И ваша сила в этом-то и есть, то есть вы боитесь свою собственную силу. Но когда вы ее принимаете, то есть то, на что вы способны, когда вы начинаете делать то, чего вы боитесь, когда вы преодолеваете свои какие-то сомнения, страхи, неуверенности, когда... Сила – это вот ваша мощь,
когда вы вибрируете вот на высоких каких-то энергиях, а страх – это, наоборот, какие-то низкие энергии. Это когда у вас падает ваш эмоциональный весь настрой на что-либо, да, то есть эмоции падают, негативные еще мы называем эмоции. Так вот, ваша сила как раз-таки тогда, когда вы вот эти вот низкие свои энергии, когда вы поднимаете. А когда они падают, это когда у вас нету настроения. Когда нету настроения, когда что-то вас гнетет, когда вас что-то не удовлетворяет, когда вы за что-то переживаете, волнуетесь, может быть, себя осуждаете в чем-то, когда есть чувство вины. И вот эти вот негативные все состояния, если вы начинаете их поднимать, да, через что? Через позитивные мысли, через позитивный настрой. То вот в этом вы прям находите какое-то вот удовлетворение, да, в этом есть ваша сила. То есть вы боитесь, вы это преодолели, вы это сделали, вы себя зауважали. То есть это ваше собственное уважение и отношение к самому себе. Вот в этом ваша сила. В чем еще ваша сила? Так интересно, посмотрите на эту карту, да, мужчина с какой вот прям такой мускулинный, да, поднимает эти бревна, это десятка жезлов, и прям изображение в прямом смысле, да, что он сильный. В чем ваша сила? Ну, скорее всего, вы выносливые, да, люди, а с другой стороны, ваша сила, ваша ответственность, и даже ваша гиперответственность в чем-то. Ваша сила, ваша мощь, что вы можете делать, знаете, вот несу на себя, причем сила, как это даже не сила духа, а вот когда я могу, я умею, нет, даже не про умение, а здесь вот я могу, когда иногда в негативе, да, когда мы взваливаем на себя много, и вот мы тащим, это негативно, а здесь все-таки идет что-то такое позитивное, что я могу, я справляюсь. То есть ваша сила в том, что вы можете справляться с многими обязательствами, с многими... то есть что вы ответственный человек. Вот в этом ваша сила. Ну, на вас можно положиться. Здесь ощущение такого, знаете, вот какой-то вот внутренний столб света, внутренний какой-то вот стержень. И что бы ни было, да, вот... Есть вот этот внутренний стержень света, и на него вы сами можете положиться, как будто вот вы, как это сказать, свой позвоночник, свой скелет, вы на него можете повесить, на этот столб, и ничего не будет. Это своего рода и какая-то ваша внутренняя защита, и вот ваш дух. Да, и это придает вам силу. Ваша сила вас самих, вы сами можете себя поднять, и вы сами можете себя опустить. Вот это ваша сила. Что вас наполняет? Творчество, интуиция, воображение. Ну, может, для кого-то действительно магические какие-то способности. Здесь что-то связано с тонкой материей. Вот если вы женщина, вас 100% наполняет женственность. Вот когда вы ощущаете себя женственной. Не слабой, мягкохарактерной, а именно женственной, нежной. А если вы мужчина, то вас наполняет, знаете, вот как-то хочется сказать, чуйка ваша, когда правильно срабатывает в профессиональной сфере, либо вообще во что-то, в чем-то, да, то вот это вас наполняет. Почему? Потому что у вас такое вот внутреннее ощущение, что я молодец, да, то есть вот как-то меня это охраняет. Когда все ясно, когда все понятно, не когда все туманно, а наоборот, когда все прозрачно. Знаете, вот как-то взаимодействие с чем-то непонятным, неопределенным, ну, со снами, может быть, да. Здесь как-то с тонкой материи. Для кого-то, для мужчины, ну, прям вот совсем точно, там, и так 2% у меня мужчин на канале, но все равно как-то хочется сказать, какой-то криминал.
наполняет. Ну, такой тоже может быть. Но здесь, в общем, состояние. Какие-то состояния вас наполняют очень сильно. Какие состояния? Туз мечей. Знаете, когда вот вы решительные, когда вы принимаете решение, когда вы уверены в себе, когда вы готовы вскрыть правду, когда вы знаете истину, вот, либо когда вы стремитесь к этому, когда вы, ну вот, принимаете решение, знаете, либо когда отсекаете то, что непонятно, все, что мутное, все, что неопределенное, знаете, вот такое прям некое очищение, высвобождение, вот это вас наполняет. Что еще вас наполняет? Вас наполняет тогда, когда у вас есть деньги. А почему? Потому что это вам дает какую-то, знаете, стабильность, уверенность. Вас наполняет взаимодействие с природой. Вас наполняет что-то такое красивое. Знаете, с одной стороны, вот у меня картинка такой идет, чтобы было понятно. С одной стороны, какой-то деревянный дом, вот он такой добротный, знаете, хорошо, хорошо стоящий, вот такой плотный. А с другой стороны, на этом доме, там, где есть крыша, такие, знаете, вот очень-очень тонкие узоры. То есть сам дом темный, а вот этот вот край, причем крыша вот такая треугольная, и она как будто бы резьба по дереву, такая очень тонкая-тонкая работа. И это как раз-таки эти энергии. С одной стороны, какой-то уверенности, плотности, приземленности, а с другой стороны, как будто бы вот что-то такое изящное, нежное, хрупкое, вот прям, ну, как-то, знаете, вот когда женщины плетут такие пуховые платки, но не как эта паутинка, да, которая вот может через кольцо проходить, говорят такие, ну, качества, да, что вот прям дорогие платки, это когда вот прям через кольцо может пройти. И это все так красиво, изящно, как паутинка, что такое нежное сплетено. Вот, и вот здесь вот эти вот два состояния, с одной стороны какой-то вот нежности, ласки, женственности, а с другой стороны вот эта вот добротность, уверенность, стабильность, постоянство, долгосрочность. Здесь как будто бы две стихии. Одна воздух, а такая вот легкая, возвышенная, ну, может быть, вода. А с другой стороны, земля. А если это вода, почему я сказала воздух? Потому что это холодная вода. Это не, это когда озеро покрывается тонким льдом, и на нем вот такие красивые, знаете, узоры нарисованы. То есть он еще не толстый лед, а такой хрупкий. И ты смотришь, вот там в этих льдинках очень красивые узоры есть. Ну, либо когда тает лед, тоже такое есть. Хорошо. К чему это приводит? То, что вас наполняет. Вам дает, это дает вам, знаете, ну, терпение. То есть что это дает? Способность ждать. Способность ждать. Когда вы наполнены, то есть вы не торопите. Знаете, вот как будто бы резервуар пополнили, и все, теперь я не тороплю. Ну, то есть я не переживаю. В машине, в бак машины залили бензин, и вы можете спокойно ехать, вы не переживаете, что где-то вот остановитесь, не хватит бензина, да, как я дальше буду. Нет, это, знаете, так вот со спокойной душой, размеренно я двигаюсь по жизни. То есть понимание, да, что куда торопиться не надо, что все будет в свое время, да. То есть вам как будто бы легче, проще чего-то, возможно, ждать. Что вам это еще дает, да, к чему это приводит? Нет, к чему это приводит, когда вы наполнены? Ну, во-первых, к тому, что вы, наверное, не закрываетесь от других людей, а вы можете с ними взаимодействовать. У вас не возникает желания с ними как-то бороться, соревноваться, либо отгораживаться от них. А это приводит вас к желанию как-то вот взаимодействовать с другими людьми, да, как-то творить что-то новое сообща. Ну, либо чему-то новому обучаться, что-то новое строить, вот как-то на будущее, да, задел на будущее, это приводит вас к этому.
да, к празднику, к веселью. Здесь мне почему-то идет вот дом. Я не знаю, может, кто-то дом хочет построить, потому что, ну, либо мечтание об этом доме, потому что вот и четверка жезлов, это все-таки как недвижимость, да, как второй дом. То есть не основной, в котором живете, а где-то вот как второй дом. Ну, может быть, как дача, да. Что такое загородное, когда можно собраться с друзьями, повеселиться, что-то отпраздновать, так отдохнуть, отвлечься, переключиться на что-то такое позитивное. То есть это вас наполняет на то, что вы что-то новое строите, да, может быть, переключаетесь, да, тоже на веселье. К чему еще это вас приводит, когда вы в силе, да? Ну вот аркан силы и выпадает. К чему еще это приводит? К тому, что вы наполнены, к тому, что вы можете что-то новое создавать, что-то новое делать. Вот. И приводит еще, даже если в минусе, к тому, что вы хотите сразу поделиться кем-то своей радостью и слить свою силу тоже. Такое тоже. То есть, когда вы наполнены, вы сразу от нее избавляетесь. Хорошо, что вас опустошает? Смерть, когда что-то завершается, когда надо поставить точку, когда надо что-то оставить позади, когда надо с чем-то распрощаться. Вообще смерть, ну, завершение чего-то, да, вы человек такой достаточно стабильный, и перемены, ну, они вам не так-то легко и даются, вот. Ну, вы их можете желать, но желательно, чтобы все было, ну, так, как вы привыкли. Так вот, вас опустошает именно смерть, именно пустота, прошлое, все, что связано с прошлым. Вас опустошает тогда, когда вы не принимаете вовремя решения, то, что мы говорили, да, ранее, то, что вас наполняет, и когда вы принимаете решение, да, когда вы не колеблетесь, вот прям. А здесь вас опустошает, кажется, противоположное, когда вы тянете, да, вот это вот тягомотина, ничего не проясняется, точку никак не можете поставить вовремя, вот это вас опустошает, когда вы не идете в новое, когда не завершаете. Что еще вас опустошает? Вас опустошает любого рода манипуляции, как ваши, так и чужие по отношению к вам. Вас опустошает, вот как раз вот сюда, да, какие-то хитрости прям под луной, да, поставим. То есть в плюсе луна может воодушевлять, ну, давать вдохновение, а какие-то вот, ну, творческие порывы, либо взаимодействие с тонким планом. А в минусе вас опустошает как раз-таки тогда, когда либо вы расставляете ловушки по отношению к кому-то, любая хитрость, да, либо по отношению к вам. Ложь, обман опустошает вас... Когда, знаете, вовремя вот вы чувствуете, у вас есть эта способность, я сказала про чуйку, когда вы чувствуете и понимаете, что вас обманывают люди, и вы все равно не ставите точку. Вы все равно этих людей не отрезаете от себя, не отсекаете. А вот когда вы это делаете, ну, то есть, знаете, дайте второй, десятый, 120-й шанс, пока, я не знаю, что должно произойти, пока как-то вот, ну, сами уже понимаете, что вы начинаете сами себя разрушать, и уже все, ну, уже нету, все шансы исчерпали, вот, и вы уже начинаете подгнивать, вот тогда вы изнутри, тогда вы понимаете, что все, надо поставить точку, и тогда, когда вы ставите точку и отрезаете, причем вы отрезаете сразу, без потом каких-либо возвратов, и вот это вот потом... вас наполняет, придает вам уверенности. Что еще вас опустошает? Десятка чаш, как ни странно. Смотрите, вас семья может ваша опустошать, с одной стороны, да, забирать очень много сил, очень много энергии. С другой стороны, мы говорили, ваша сила в том, что вы ответственны. И вот ваша ответственность по отношению к семье, она может у вас забирать силы. С другой стороны, чрезмерная эмоциональность у вас забирает. Помните, я вот здесь вот говорила, да, что вы наполняетесь энергией и где-то в какой-то степени ее сливаете, потому что начинаете где-то общаться, коммуницировать, ну вот какие-то праздники устраивать себе. Вот слишком большая радость праздника, это вот вам в минус идет, вы сливаете свою силу. К чему приводит то, что я сказала, вот ваше опустошение, к чему оно приводит? К тому, что вы не идете в новое. Да, вы не замечаете новых горизонтов, новых возможностей, вы не взаимодействуете ни с чем новым. Почему? Потому что сил нету, и вы этого не видите.
Не потому, что вы не можете пойти в новое, а потому, что вы это новое не замечаете. Вы начинаете очень сильно переживать, эмоционировать. А вообще вы очень как-то чувствительны по отношению к каким-то ссорам, конфликтам. Вас прям накрывает этой волной, и вам сложно потом вылезти, вытащить себя. К чему это приводит? Это приводит к тому, что вы начинаете, ну, либо не начинаете, у вас есть какое-то желание, потребность с кем-то об этом поговорить, да, вот прям необходимость. Если вы этого не делаете, то имейте в виду, что разговор с кем-то поможет вам, знаете, не то чтобы разделить ваш негатив, а то, что вы вот проговариваете вот это все, и вам потом легче станет. То есть если вы не делаете, здесь как будто бы как рекомендация это делать, а если вы делаете, здесь показано как раз то, что вы делаете. Вы начинаете об этом говорить, да, начинаете об этом рассказывать, либо это наоборот нужно делать. К чему еще это приводит? Ну, это приводит к тому, что, ну, вы знаете, нет никакого расширения, возможно, ну, нового в это нет. И здесь как раз-таки по императрице, наоборот, может происходить то, что вы начинаете держаться за то, что у вас есть. Да? Может быть, кто-то начинает переживать сразу за финансы. Вспоминаю, что вот какие-то, когда вы в таком негативном состоянии, да, пустошены, вы почему-то начинаете думать о финансах. Может быть, у вас деньги уходят, да, из-за того, что вот вы начинаете переживать, да? Сразу начинаете как-то вспоминать о своей семье. Такой тоже может быть. Это приводит к тому, что ну, трудности могут быть, ссоры как-то в семье. Так, к чему еще это может привести? Ну, к тому, что вы начинаете показывать себя достаточно эгоистично, да, когда вы только заботитесь о себе, о своих каких-то потребностях и нуждах. То есть вы начинаете отстаивать какие-то свои собственные моменты. Вот, такая была первая позиция. Так, пока я сложу, а если вдруг мне не хватит, я соединю потом. Так, позиция номер два, красненький камешек. Давайте посмотрим сначала двоечки, в чем ваша сила. В чем ваша сила? В мастерстве. А в том, что вы... как это? Не то чтобы трудоголик, а вот когда вы фокусируетесь на каком-то своем деле, это вот приносит вам удовольствие, это приносит вам наслаждение. Здесь карта мастера, который, знаете, делает этот, как его, бубен, и он делает это так хорошо, качественно, и ему это нравится. Поэтому ваша сила, я могу сказать, в вашем хобби, либо в вашей работе. То есть вам это приносит удовольствие. Оттуда вы получаете какой-то ресурс. Не обязательно финансовый, а вот какое-то внутреннее удовлетворение. Да? Какую потребность здесь вы покрываете? Ну, в том, что с помощью своей работы вы как-то идете в новое, да, к новым берегам. Может быть, вы обучаетесь тому, что, ну, как стать более ответственным. Может быть, на работе вы с помощью работы, да, можете взаимодействовать с людьми, которые находятся с вами на расстоянии. Может быть, ваша сила в переписке. Именно вот письменно здесь, да, не по телефону. Здесь также ваша сила может быть в каком-то наставничестве, обучении. Я просто не могу понять, либо вы, либо вас обучают. Ну, наверняка и то, и другое имеет место быть. То есть вы получаете удовольствие, когда вы обучаетесь, либо кого-то научаете чему-либо, да, какому-то мастерству, ремеслу. Вам это нравится. В чем еще ваша сила? Знаете, я бы сказала, вас самих. Вас самих, ну, только в первой позиции вас самих как в личности, да, я говорила, а здесь колесо фортуны. Ваша сила тогда, когда вы, как бы так сказать, вы сами по себе удачники, как это называется? Везунчики, вот. Вы по жизни везунчики.
И ваша сила в какой-то степени везение. Только вам это кажется, что везение это вне вас, да, что вот как-то вот высшие силы вас куда-то ведут, да, то есть они, возможно, вам дарят какие-то возможности. А на самом деле вот ваша сила как раз-таки в том, когда вы понимаете какие-то свои сценарии, когда вы, ну, проработали их, да, поняли, осознали, и вам это приносит вот прям удовлетворение. Ваша сила, с одной стороны, в каких-то повторах, а с другой стороны, вот именно в удаче, да. То есть вы в чем-то бываете удачливым человеком. Но вообще вы по жизни удачливый человек, удачный или удачливый, не знаю, как правильно сказать. А, так, уточню сейчас про силу, потому что здесь... Ну вот здесь вот в терпении, да, в терпении, в желании двигаться, ваша сила, когда вы достигаете своей цели. Хотя, в принципе, мне кажется, вам сам процесс нравится. То есть вы не столько на результат обращаете внимание, сколько на сам процесс, когда вы вовлечены, когда присутствует, знаете, вот какой-то вот интерес. Когда присутствует азарт, вот это дает вам... Азарт не всегда ассоциируется с играми. Азарт – это когда глазки горят, когда смотришь на жизнь, и вот прям все влечет, все манит, и все это здорово. И вспоминаешь ребенка, который прям радуется, там, топчется на одном месте, и так ручки поджал, и вот прям радуется, радуется, ну, вот, приятно, приятно. Вот, в этом ваша сила. В этом ваша сила. В чем еще ваша сила? Знаете, ваша сила в том, когда вы держитесь за что-то и не отпускаете. Знаете почему? Потому что вот эта вот некая такая зона комфорта, она дает вам какую-то силу. Почему? Потому что она не включает вас эмоционально, да, вы не включаетесь в процесс, а когда вы включаетесь эмоционально, вы тратите много энергии, и силы убывают. Так вот, когда комфортно, когда вам понятно все, и ну, вам хорошо, вы ну, расслабляетесь, и вот в этом ваша сила, могу сказать. Вы был король мечей? Я спрашиваю, в чем ваша сила? Выпадает король мечей. Я уточняю, с чем связан король мечей? Ну, то есть, о чем здесь речь идет? От вашей силы в том, когда вы держите людей на дистанции? Либо в чем? И мне уточняется другим королем. Королем Педакли. Знаете, хочется сказать, когда не надо беспокоиться о деньгах. Либо когда не надо, да, о хлебе насущем. Вот ваша сила тогда, когда вы не переживаете, когда вы не думаете об этом. Почему? Ну, королева кубков. Ну, потому что краски не переживаете. Когда, ну, не надо думать, не знаете, как заработать, что заработать, тогда вам спокойно. А когда вам спокойно, вот вы можете проявлять себя, выражать как-то себя. Знаете, как-то вот какие-то идеи, вы чувствуете себя свободным. Вот вы чувствуете себя свободным, можете фантазировать, мечтать, когда как раз-таки вот, ну, не переживайте по поводу денег. А фишка и прикол в чем? Что когда вы как раз-таки не переживаете о деньгах, деньги к вам приходят, потому что колесо фортуны, потому что вы удачник. А когда вы переживаете, деньги от вас уходят. И тогда включается как раз-таки этот сценарий, а денег нет. То есть вы переживаете. Чем больше вы переживаете, тем больше денег уходит. Больше денег уходит, вы начинаете думать, где их взять, что сделать. Начинаете цепляться за то, что имеете. И вот этот вот страх, да, и желание удержать то, что вы имеете, оно забирает у вас все силы. И тогда вам не хватает силы и энергии заняться то, чем вы любите. Да? Непосредственно новые какие-то знания, может быть, путешествия, передвижения, обучение, научение. Все это вместе. Вот, вот ваш сценарий, он такой. Вот в этом вот ваша сила.
Либо опустошение, да, сразу уже проговорила. Что вас наполняет и к чему это приводит? Что вас наполняет и к чему это приводит? Наполняет вас десятка мечей. Знаете, когда, как говорится, опрокинули вас, да, когда все завершилось, когда уже все случилось. Вот хочется сказать, что все самое плохое, что есть в этом свете, да, когда уже с вами произошло, видимо, тогда вы просто расслабляетесь. И вот это вот вас наполняет. То есть после опустошения, логично, да, сразу по кругу идет наполнение. Так вот вас наполняет тогда, когда вы опустошили себя. Интересно. Я спрашиваю, что вас наполняет, выпадают негативные карты. Что вас наполняет? Ну, знаете, во-первых, когда вы переключаетесь на что-то, а во-вторых, вот вас наполняет тогда, когда... Вот хочется сказать, когда вы... Я не знаю, как это вам объяснить. Как может наполнять то, когда вы опустошены? Когда у вас, знаете, вот нет каких-то желаний, нет каких-то амбиций. Когда вот, знаете, берешь телефон и вот тупо прокручиваешь ленту, да, тупишь, ну, ты не читаешь, ты не смотришь, просто картинки, все, что там мелькает. Вот, и это вот вас наполняет каким-то образом. Знаете, в тот момент, когда мы тупим, на самом деле что происходит? Нашему мозгу нужно время для того, чтобы переработать полученную информацию. То есть у него уже нет возможности, да, собирать что-то новое. Ну, то есть надо обработать старое. И вот в этот момент мы как раз-таки тупим. Ну, то есть можем... Там, я не знаю, бывает такое, вот пьешь чашку кофе, куда-то там в одну точку засмотрелся, там начинаешь фантазировать, да, то есть вот это вот переключение, да, когда мы не получаем от внешнего мира каких-то новой информации, наш мозг начинает обрабатывать. Так вот, вот в этом здесь что-то такое есть, да, когда вы опустошены, это вас каким-то образом наполняет. Может быть, знаете как, когда вы, ну, что-то завершено, и это является предметом творчества, да, создания чего-то нового, да, вы можете написать там, я не знаю, какую-то прозу, либо пишете свои самые лучшие шедевры, ну, например, если, допустим, вам плохо, вот, и когда я говорю, да, мы находимся в этом состоянии, когда мы тупим, что мы делаем, да, ну, не знаю, может быть, берете там вязание, да, ну, вот вас как-то переключает, и вот из этого получается там что-то, да, либо вы начинаете там шить, я не знаю, поделки какие-то делать, вот именно в таком состоянии какое-то, то ли идет переключение, то ли компенсация чего-то, того, что вам не хватает какого-то удовольствия, да, и вот вы компенсируете созданием чего-то нового в своей жизни. Ну, я не знаю, какие-то вот поделки, рисунки. Причем вы это не делаете, когда вы воодушевлены, а именно когда вот есть вот какое-то такое не очень хорошее настроение. Ну, вот когда бывает еще так, что ну, нету настроения, да, пойду-ка я прогуляюсь. И вот я прогуливаюсь, и одновременно идет мое очищение, да, от того переживания и параллельно наполнение. Вот здесь что-то такое. И я спрашиваю, к чему это приводит? Это приводит как раз к аркану звезды, да, то есть это приводит вас к каким-то новым мечтам, к каким-то новым целям. Это приводит вас к тому, что вы окунаетесь вот какой-то вот... тонкие свои ощущения, что ли, в тонкий план каким-то образом. Возможно, вы начинаете в этот момент ощущать свое состояние души. Ну, как-то эмоционально включать. Вот чувства у вас как-то просыпаются по звезде. Что еще можно сказать? Удовольствие, понимаете? Десятка чаш, девятка чаш. Вы как-то вот удовлетворяете. Это приносит вам внутреннее удовлетворение. Поэтому вот эти вот негативные карты, да, девятка мечей, нет, десятка. Десятка мечей и четверка чаш, негативные карты, они приносят вам как раз-таки внутреннее удовлетворение. А может быть, кто-то даже
знаете, вот ощущение того, что, например, по десятке мечей, вот все завершилось, ну и слава Богу, знаете, вот выдохнула, и вот мне так хорошо, что вот, ну все, это уже случилось, да, это неприятно, но вот какое-то вот внутреннее наполнение идет здесь от этого. Вот. И по четверке чаш тоже такое, знаете, когда здесь нарисован мужчина, который сидит на стуле, и вот он смотрит на этот поезд детский, игрушечный, который вот ходит, ходит по, ну, по кругу, то есть одно и то же, одно и то же. Как будто бы, знаете, засыпаю. А может быть, кто-то в прямом смысле в таком настроении идет спать и видит какие-то, я не знаю, как эти... сны, вещи, вещи и сны видят, да, такой момент тоже. Как будто вот вы начинаете коммуницировать с тонким планом, через удовольствие, через состояние, через наслаждение. Как-то вот это вот вас еще плюс ко всему и расслабляет, да, то есть вот эти вот состояния. Хорошо, что вас опустошает? Вот смотрите. Я говорю, это колода, на которой очень хорошо смотреть тему отношений. Почему? Потому что я вообще не рассматриваю даже на обучение троек в контексте любовных треугольников. Ну, ясно дело, потому что я не смотрю тему взаимоотношений. Но вот в этой колоде, да, посмотрите, это тройка мечей, да? Нет, тройка чаш, тройка кубков. Вот, здесь, короче, один мужчина и две женщины, да, поэтому эта колода очень хорошо для тарологов, кто рассматривает отношения, может говорить о любовном треугольнике. Нет, ну ладно, пускай будет даже так, да. То есть, что вас опустошает? Вас опустошает то, когда в вашу жизнь вмешиваются третьи факторы, да, то есть, ну, я не буду говорить про любовный треугольник, потому что такое, знаете, иногда послушаешь, такое ощущение, что все друг друга изменяют, вот, и все друг друга предают. Нет, я все-таки склонна верить к тому, что, ну, нормальные люди, да, ну, нету вот везде этих измен. Вот, поэтому, что вас опустошает? Может быть, когда есть вмешательство каких-то третьих факторов. Ну, я не знаю, например, когда в семью вмешиваются другие люди, да, там, свекр, свекровь, там, мама, папа, либо третьи факторы, может быть, там, я не знаю, взяли ипотеку, вот, и вам надо платить, да, и каждый раз как-то вот, если вы взаимодействуете, например, там, в банк пойти, все такое, то какие-то вот третьи факторы, которые вмешиваются. То есть у вас есть какая-то внутренняя идиллия, либо с самим собой, с вашим партнером, ну вот с вашей жизнью, да, у вас есть любовь и роман с вашей жизнью, вы сами собой. Вот, и когда вашу любовь, ваш роман с самим собой начинает вмешиваться другие люди, то есть это, ну, действительно, допустим, если вы заядлый холостяк, либо холостячка, и вдруг вашу жизнь начинает, ну, я не знаю, кто-то с вами флиртовать, а вы не настроены на новые отношения, либо на дружбу, да, то есть это для вас, для вашего романа с самим собой, это будет какой-то третий фактор, который вас будет раздражать, да, либо когда появляются, ну, я не знаю, кто-то третий, либо когда за вашей спиной что-то такое происходит не очень хорошее. Почему-то такая картинка идет, что какой-то яд, вот за вашей спиной идет какой-то яд. Я не знаю, может быть, о вас не очень хорошо отзываются. Да, не показывают. Все, карта здесь остановилась. Не буду, говорит, показывать, что вас опустошает. Хорошо, не показывает. Вот тройка чар сказала, что вас опустошает. Ну, эмоции, да, может быть, да, такое вот... переживания. Хорошо, к чему это приводит? Ну, конечно же, это приводит к тому, что вы закрываетесь. Вы закрываетесь, вы начинаете внутри себя бороться с ветряными мельницами, восьмерка мечей. Когда вы ощущаете себя, знаете, какой-то вот безысходности, не хочу ни на что смотреть, оставьте меня. Это такое состояние, знаете, когда ты сидишь и думаешь,
Ёшкин кот, вот зачем я это сказал, зачем я это сделал? Ну вот хорошо же было, когда вот я был сам с собой, да, вот ни с кем не общаюсь, никого не вижу, никого не трогаю, и меня никто не трогает. А вот пошел я, там что-то сказал, либо что-то сделал, как-то взаимодействовал с внешним миром, мне за это прилетело. И вот мне от этого неприятно, мне больно. Да лучше бы я, ну вот сидел дома и никуда бы не лез. Вот зачем я высунулся, вот зачем я это, знаете, вот такие вот вопросы начинают возникать. Это приводит к тому, что, ну, начинаете закрываться, да, закрываетесь, но вы не полностью закрываетесь и выбираете свой внутренний мир, интровертный, а вы все равно смотрите в надежде, что а вдруг следующая попытка, она не будет такой болезненной, да, то есть вы не полностью закрываете, вы все равно в надежде, что кто-то придет и вас вытащит оттуда, да, то есть появится какой-то человек, которому я могу открыться, которому я могу довериться. Здесь это к тому, то есть я закрываюсь, но я смотрю, да, передо мной есть вот это вот открытое пространство, и мне хочется туда. Но вот какие-то вот неприятные эмоциональные моменты, да, с вами случаются. К чему это еще приводит? Конечно же, это приводит к выражению нашего эго, то есть начинают просыпаться какие-то ваши теневые аспекты. Ну вот я говорю, боретесь с ветряными мельницами, начинаете сами себя накручивать, что-то придумать того, чего нет, да, и погружаетесь еще больше на дно. Но в какой-то момент, когда вы дойдете до самого дна, у вас по солнцу будет, знаете, такое вот перерождение. Все-таки цикличность у вас присутствует. Не случайно было это колесо. То есть такое вот ощущается, это, скорее всего, повторный такой момент, что я дохожу до самого дна, а потом я понимаю, что ну хватит уже, да, давай попробуем еще раз. И вот вы начинаете пробовать еще раз и начинаете выходить, да, и снова открываетесь людям. Но уже не полностью, и это хорошо. Вот. Но сердечко свое надо беречь, да, то есть... Как мне сказал мой мастер однажды, мне понравилась эта фраза: «Доверяй, но не открывайся». Я очень запомнила. Почему-то она вот так врезалась в мою память. И вот, а ведь так оно и есть, да? То есть доверяйте людям, но не открывайтесь. В общем, не знаю. Не подпускайте к своей душе близко других людей. Вот, вот это вот ваше, наверное, самое главное. Да? Доверяйте им, но не открывайтесь. Не говорите о себе все. Так, третья позиция. В чем ваша сила троечки? Вот выложу прям всю оставшуюся колоду. Посмотрим. В чем ваша сила? Ну как такое может быть? Вот как? Аркан дьявола. Вот, вот аркан дьявола. Здесь причем он такой под масками, да, держит как этот сковородку, и у него три лица, да, три маски там или что такое. Он за маской, вот, причем с крыльями, с рогами и много-много лиц, многоликий. Как такое может быть, что вам всегда выпадает дьявол? Ну как? Ну как? Ну почему вам? Я не знаю. В чем ваша сила? Дьявол в вашей харизме, понимаете? Ваша сила, так интересно, в первой позиции сила человека была в его характере, в его личности. Во второй позиции сила тоже в самом человеке, но уже с точки зрения такого, знаете, вот удача, что я удачливый человек, везунчик. Вот. Везение, но не внешнее, а внутреннее какое-то. А вот ваша сила, она тоже в вас, но она вот в вашей харизме, да, по дьяволу. Это вот мощная, мощная такая энергия, которая пронизана нашим материальным миром. И вот на этой энергии, причем по дьяволу это может быть и сексуальная энергия. Кстати, не случайно во всех магических ритуалах, да, там, где используется саития, вот сексуальная энергия и оргазм – это очень мощнейший выброс той энергии, на которой можно построить очень многое. Ну, то есть создать, если эту энергию правильно направить в нужное русло, да, по отношению к созданию своей какой-то цели, мечте, то она очень быстро реализуется. Именно поэтому во всех ритуалах используется, не во всех, вру,
Там, в тех ритуалах, где использовалась саити, сексуальная энергия, она использовалась с целью, ну, создания чего-то, да, то есть достижение на этой энергии строилось. Поэтому дьявол на самом деле это ваша сила в харизме, то, что вы излучаете, да. Здесь может быть не обязательно внешность такая красивая, но вот у вас есть этот магнетизм. Вы можете притягивать все, что вам необходимо. Вы можете выстраивать на своей собственной силе, своей собственной энергии, достигать тех вершин, что вы хотите. По дьяволу это те люди, которые всегда выходят сухими из воды. Ну, то есть, допустим, при разводах входишь в брак с голой опой, вот, а выходишь с миллионами. Это тот человек, который, знаете, вот так умеет выстроить всю ситуацию, что находится в выигрыше, да, что даже, допустим, если расторгаются какие-то контракты, они будут в пользу этого человека. По дьяволу ваша сила в ваших контактах, в ваших связях, если вы умеете их выстраивать. То есть, возможно, по дьяволу, как я уже сказала, да, люди обладают очень сильной харизмой и магнетизмом, а и из-за этого есть много людей в их окружении, которые хотят с ними общаться. Так вот, дьявол, если правильно использовать связи, то, как говорится, да, не имей 100 рублей, а имей 100 друзей, да, и ты получишь намного больше того, что ты хочешь. Ну, логично, да? Почему? Потому что если у тебя 100 друзей, а не 100 рублей, у каждого возьмешь по 3 рубля, значит, у тебя уже 300 рублей. Вот. Такая выгода, да? То есть каждый друг, он поможет. Здесь вот именно на связях, на коммуникации. Здесь также ваша сила в чем? В том, что вы можете адаптироваться в любой обстановке, да, вы очень быстро понимаете, ориентируетесь, может быть, в местности тоже ориентируетесь, если, например, куда-то идете в поход, да, вы четко понимаете, не то чтобы где север и юг, а вот, допустим, как этот, отошли от центральной дороги, да, например, вот если водите машину, и вам легко сориентироваться, что вот где-то, допустим, параллельная дорога, да, и я там был, да, то есть если я заблудился, вы можете выйти, как-то вот внутренне у вас есть эти ориентиры, куда вас вывести на правильную дорогу, то есть если вы где-то срезаете какую-то дорогу, вот, и впервые едете по этим улочкам, то вы все равно выйдете к той местности, куда вам нужно, ну, то есть такое вот ощущение, что вы можете ориентироваться хорошо на местности, вот, так, что еще, в чем еще ваша сила? Ну, конечно же, в хитрости, в обманах это да. Я не говорю, что вы обманываете, но, знаете, умение преподносить информацию так, как вы хотите, ну, в удобном для вас свете, да, это тоже ваша сила. А кто-то может действительно, если вы действительно внешне и физически очень красивы и привлекательны, то в этом тоже может быть ваша сила, вы это можете использовать, там, я не знаю, в свою пользу. То есть от этого тоже есть какая-то выгода. А так вы достаточно, ну, здоровый такой, физически развитый человек. Я не говорю, что вы фигура такая располневшая, нет. А, ну вот, здоровый, ну, то есть веет от вас здоровьем, даже если есть у вас лишние килограммы, да, то есть румянец на щечках, такая вот, в полном соку, такая вот прям. Причем ваша сила. Ваша сила в том, что, вы знаете, вы не принимаете быстрое решение на горячую руку эмоционально. То есть если вам нужно принять решение, вы куда-то можете отдалиться для того, чтобы продумать. Вы можете даже при принятии решения как-то, не знаю, ну, уединиться для того, чтобы, к примеру, помедитировать на ситуацию, да, понять, что мне нужно, как мне нужно сделать, да, как мне надо поступать. Вы такой вот...
человек в какой-то степени в принятии решения не скоростной. В этом тоже ваша сила. Вы можете перерождаться. Знаете, вот ушел медведь на спячку, да, вышел такой вот вроде бы худенький, истощавший, там месяц прошел, рыбку он покушал, и коп стал такой опять-таки мощный, такой крупный в силу. То есть вы периодически, да, вот как-то вот перерождаетесь, ну как птица Феникс. Трудности, они вас наоборот как-то закаляют. В чем ваша сила? Ваша сила в вашем даре, в ваших способностях, которые у вас есть. И ваша сила, знаете, в том, что вы умеете прощать. Ваша сила в смирении. Ваша сила в сочувствии, в сопереживании. Ваша сила в любви, в какой-то, знаете, вот чистоты и наполненности. Ваша сила в связи с тонким планом. Нечто аналогичное было по второй позиции, но там другая связь. То есть если вы смотрите из второй в третью позицию, там другая связь. Там была по Луне, а здесь чаш кубков. Это вот такой, знаете, чистый источник. Откуда вы черпаете вдохновение? Откуда вы черпаете вот прям, ну, любовь как от первоисточника? Причем так интересно, да, у вас и дьявол, и туз чаш. То есть и любовь, то есть ощущение того, что у вас есть и духовное такое, знаете, вот чистое начало, да, то, что фонтанирует, и у вас есть вот эта вот заземленность, материальность, не с плохой точки зрения, а наоборот. То есть это когда, знаете, в здоровом теле здоровый дух, вот это про это. То есть есть и духовность, и есть здоровое тело, за которым вы ухаживаете. В чем еще ваша сила? Высший суд, прям карты такие. Вашей справедливости, ваша сила в том, что вы можете перерождаться, ваша сила может быть в ваших корнях. Я не буду говорить в вашем прошлом, да, в вашей семье, а вот ваша сила в ваших корнях, вашей какой-то справедливости тоже. В том, что вы можете делать правильно переоценку ценностей, да, то есть вы как будто бы не каратель, знаете, а здесь вот ощущение того, что кого нужно, вот справедливость. Вот здесь вы прямо, знаете, здесь нет аркана справедливости, но вот справедливость. Кому нужно, вы выскажете. Кому нужно, отрежете. Кого нужно, приголубите. Вот здесь что-то такое. В каких корнях, я хочу спросить? Ну, иерофант выпадает. В традициях, ваша сила в традициях, в то, что, знаете, вы, возможно, тот человек, который является связующим звеном в своей, ну, семье, то есть всю родню собираете, вот благодаря вам, да, то есть, может быть, благодаря вам держится семья, может быть, благодаря вам, допустим, даже если у вас маленькая семья, да, ну, вот, вы, муж, дети, вот, благодаря вам есть какие-то традиции, ну, не знаю, что вот, например, все кушаем за столом, да, вечером, а не то, что каждый себе насыпал тарелку и вот перед своим экраном, да, дети перед компьютером, а муж перед телевизором, нет, то есть какие-то традиции, например, по выходным, да, мы ходим там на прогулку всей семьей, вот, и вот в этом ваша сила, вы удерживаете, вы являетесь колонной вашего дома, да, вашей семьи, вашего домашнего очага, и одновременно то, что вот вы можете по аркану суда перерождаться. То есть там, где кажется, что все, вы заново рождаетесь. Вам в этом как раз-таки помогает еще и дьявол. Он тоже... Причем, знаете, дьявол – это, как я уже неоднократно говорю, это аркан осознанности. Это когда мы как раз-таки понимаем и свою вот животную природу, да, и приходим к тому, что я хочу возвыситься, я хочу идти выше, я не хочу оставаться на более низких вот этих вот уровнях, да, материи. Не потому что материя плохая, а потому что я ее хочу возвышить, я хочу стремиться к более светлым каким-то таким энергиям, да, к знанию, к свету. И все карты, в том числе и иерофант, да,
Он как раз и тоже про это говорит, про чистоту. Здесь карты говорят о чистоте, о возвышенности, о материи чистой, о материи благостной, плодородной. Здесь нет негативного, здесь нету похоти, понимаете? Здесь нету грязи. А здесь вот прям такое ощущение, что вот когда процесс крещения проходит, да, то есть очищение от, как его, отмывания, да, вот, и потом человек становится чистым. Вот здесь в этом, вот в вашей духовности, да, в ваших знаниях тоже может быть сила, в вашем мировоззрении, в ваших взглядах. Это то, что вам придает силы, да, знания, обучение как себя, так и других. Только если во второй позиции были на более низких таких уровнях, да, то здесь в этой позиции оно прям вот очень такое, более возвышенных. Ну, то есть, допустим, может быть, даже ваша сила в религии, в вашей вере, то, во что вы верите, в этом тоже есть, ну, вы оттуда черпаете. Если вы еще относитесь к какому-нибудь большому эгрегору, да, то каждый эгрегор, он дает тем людям, которые в него верит, свою силу, свою защиту. Да? Помимо информации, каждый эгрегор, он дает еще защиту своим представителям. Вот. Что вас наполняет и к чему это приводит? Так. Ага. Что вас наполняет? Шестерка чаш. Прошлое вас наполняет. Такое ощущение, что вот как будто бы повтор прошлого расклада. Ну, хорошо. Что вас наполняет? Что-то связанное с прошлым. Детство, может быть, воспоминания о детстве, да? Почему-то здесь у меня такая больше яркая фигура отца идет, да? Дом ваш как-то. Какие-то вот воспоминания прошлого вас наполняют. И приводят это к чему? Это приводит это к семье. А, знаете, вот, скорее всего, какие-то ценности. Вот третья позиция стала мне показывать больше семью. Я не знаю, что у вас произошло, но вот здесь вот какие-то семейные ценности и понятия, они для вас стали какими-то важными, значимыми. Причем как именно, знаете, как понимание семьи, как структура, как некая такая ячейка. Неважно, в каком формате она будет выглядеть. Там гражданский брак, там, я не знаю, просто сожительство, неважно. Само понимание единство, да, что семья – это единство разных людей, да, то есть они объединяются вокруг этого очага. И вот здесь такое ощущение, что вот вас наполняет ваша семья, ваше прошлое. Неважно, пускай ваша семья родительская не была, ну, допустим, такой идеальной, но она вас вдохновила, например, на создание вашей идеальной семьи. Да? То есть здесь два варианта. Либо у вас была хорошая семья, и вы хотите быть похожими на них, на их ценности перенимаете. То есть здесь суть не в самой семье, а именно в ценности. Вот. Либо наоборот, у вас не было хорошей семьи, вам этого не хватало, и вы решили создать свою семью, да, такую вот, какой вы хотели, чтобы была ваша родительская. Почему? Потому что вот эти вот воспоминания, они к чему вас приводят? К тому, что к созданию какой-то семьи, либо, то, либо к тому, что вы цените свою семью, вы цените тех людей, с которыми вы живете. Вот это для вас является каким-то богатством, особым богатством. Да. Что еще вас наполняет? Знаете, умение держать в балансе всю свою жизнь, да, либо какие-то аспекты вашей жизни. О чем здесь речь идет? Баланс. Когда вы от чего-то уходите, да, когда происходит какой-то разрыв, когда... Вот движение, да? То есть вы одновременно как будто бы остаетесь на том месте, где вы находитесь, и движетесь. То есть уход, приход, да, вот эти вот энергии, да, дающие и берущие. Потому что здесь, знаете, сама карта двойки пентаклей, посмотрите, она какая. То есть здесь мужчина на этом колесе на одном катается, как в цирке, да, и одновременно он жонглирует двумя мечами. То есть вот это наводит на то, что ты находишься сам по себе в движении, по жизни. И одновременно ты как будто бы балансируешь в своем движении по жизни. И выпадает восьмерка чаш, которая говорит карта движения, либо ухода, либо прихода. То есть вы какие-то свои передвижения по жизни
либо действительно как-то передвигаетесь, ну, ваша жизнь на колесах, и вот вы как-то это стараетесь все, может быть, между двумя вещами какими-то должны удержать баланс, чтобы не уйти, да, чтобы что-то не оставить. Что еще вас наполняет? То есть сам баланс по себе, он вас наполняет. И опять-таки двойка мечей. То есть как какие-то, знаете, умения вот проживать в двойственности, да, то есть не впадать в крайности, то в одну, то в другую. Вот здесь вот двойка мечей, она очень красивая, прям смотрите, сидит женщина, у нее на лице пелена, и она на пальцах держит мечи, да, то есть принятие решения вас наполняет. Что вас наполняет? Умение, опять-таки, держать баланс, да, здесь тоже баланс, и принятие какого-то решения, да. Уметь слушать себя. Ну вот у меня идет такое, знаете, что все как будто бы под контролем. Да? Но здесь контроля как такового нет. А здесь вот умение не скатываться в одну из сторон. И к чему это все приводит? Ага, выпадает двойка жезлов. Ну смотрите, все двойки, да? Что такое? Двойственность, двойственный мир. Дуальность какая-то. Приводит к чему? К тому, что... Вам нужно принимать какое-то решение. К дальнейшему движению. Знаете, когда есть какая-то, так скажу, когда есть неуверенность, да, когда есть какие-то сомнения внутри вас, они приводят к тому, что вы должны принять решение двигаться дальше. То есть уметь, скорее всего, делать правильный выбор для того, чтобы двигаться дальше. И это связано... Ну, стежится опять. Давно такого не было. И это связано как раз-таки как-то с вашим прошлым, да? То есть вот что-то в этом прошлом, в этом детстве есть, что вас научило, да, принимать правильное решение. Либо когда, знаете, возникает в вашей голове сомнение, вы как будто бы, для вас является это триггером, что если есть сомнение, да, значит, мне обязательно надо рассмотреть эту ситуацию. Обязательно надо принять решение, и там есть какие-то перспективы. То есть во всех двойственных ситуациях всегда есть какая-то перспектива. Не в сторону одной либо другой, а как раз таки в сторону того, что вы примете решение, и то решение, которое вы примете, оно будет перспективное. Здесь как будто бы что-то такое идет. Ну хорошо, еще что? Покажите мне, что, в чем еще ваш ресурс? Паша мечей. Ваш ресурс в том, что вы желаете найти ответы на вопросы. Когда у вас, вот опять-таки, понимаете, я же говорю двойственность, когда у вас появляется какое-то... какая-то мысль, какая-то идея, да. То есть ваша жизнь, она как у маленького ребенка, да, когда он начинает говорить там в возрасте, там, я не знаю, сколько там, трех, примерно четырех лет, начинаются вот эти вот, может, пяти, начинаются эти вопросы. А почему, мама, а почему это? Мама, а почему звезды не падают? Мама, а почему луна круглая? Мама, а почему вот это вот, вот эти вот все вопросы, вот эти почемучки, вот, по пажу мечей, это ваш ресурс. Когда у вас очень много вопросов, и эти вопросы, они вас мотивируют двигаться по жизни, то есть находить какие-то ответы. Вас также мотивируют, когда вы наблюдаете за, может быть, успехом других людей, вообще за другими людьми. Почему? Потому что вы, может быть, что-то анализируете, что-то подчеркиваете для себя, да, и это помогает вам двигаться к своим каким-то целям. Да, к принятию, вот, к принятию решения по королеве мечей, да, взвесить всю ситуацию и двигаться дальше, то есть к переменам, к изменениям каким-то в своем жизни, да, то есть когда вы наблюдаете, вам тоже так хочется, и это не зависть, а это, знаете, это мотивация на то, что не то, что я хочу быть на тебя похожим, а я тоже хочу понять, как ты это получил, и добиться, ну, если не такого результата, то намного лучше 100%, то есть вот как-то... Знаете, ощущение того, что вот не будь этого человека, я бы, допустим, не знала, что есть такие желания, да,
ну, к примеру, там кто-то создал свой бизнес, там, я не знаю, на удаленке, да, по удаленке, через интернет. И у вас, допустим, и в мыслях такое не могло бы быть, что, допустим, ваш именно бизнес, ваше любимое хобби действительно можно превратить в какое-то свое дело. Вот, и вы у кого-то там, я не знаю, какого-нибудь блогера подсмотрели это и говорите: о, а я даже так и не думал, да, что есть. То есть вот это вот является мотивацией, что я даже в этом направлении не думал, то есть не рассматривал, не потому что я глупа, а мне мысль такая не приходила. И вот это вот мысли, да, то есть вас другие люди как будто бы вдохновляют на какие-то новые мысли, которые вы потом очень долго думаете, анализируете, ведете внутренний диалог, сомневаетесь. И в конечном итоге, когда вы принимаете решение, если вы принимаете, потому что вы можете не принять, это будет вас мотивировать двигаться дальше. То есть вы потом, ну, совершаете какой-то прорыв, либо достижение чего-то, да, вот какой-то такой. Хорошо, что вас опустошает? Король чаш, эмоции. Что-то происходит с тройками. Я не знаю, что у вас происходит, что у вас изменилось в жизни, но у троек в последнее время они стали какими-то, ну вот, чувствительными, ранимыми, эмоциональными. Я не знаю, что произошло в вашей жизни, но вот изменились, да. То есть раньше присутствовала энергия огня, а сейчас больше энергия какой-то воды. Безусловно, мечи остались, да. Вот разум какой-то. Рассудительность. А так осталось чувство, очень много стало, переживаний, каких-то волнений, чувствительные стали. Видимо, что-то такое происходит в вашей жизни. Что вас опустошает? Вот как раз, знаете, мысли о прошлом. Прошлое, вот здесь опять-таки прошлое, повтор, эмоции. Эмоции. Может быть, человек, да, как конкретно какой-то, который высасывает из вас энергию, да, именно из прошлого. Либо это ваши воспоминания касательно прошлого. Да, скорее всего, воспоминания касательно прошлого. Знаете, такое ощущение, что как будто бы ты... Когда ночь наступает, и если свет есть в комнате, ну, не лампочка, а откуда-то, допустим, с улицы фонарь, да, то появляется на стене тени. И вот такое ощущение, что тени какие-то вашего прошлого, они вас постоянно будоражат, то есть они вас не оставили в покое. Может быть, ситуация у вас уже даже и произошла, там, я не знаю, к примеру, расставание, то, что мы говорили по восьмерке кубков чуть раньше, да, что, в принципе, это вас наполнило, да, расстались с каким-то человеком, это вас наполнило. Но, ну, либо там расставание, отец ушел, да, ну, расстались родители. Но вот как будто бы вот эти вот тени прошлого, они вас иногда сводят, происходит какое-то обострение, и они как будто бы вас сводят с ума. Вот здесь вот прям, знаете, вот пугают очень сильно и доводят прям действительно до какого-то вот опустошения. То есть эмоционально, что вас еще опустошает? Ну вот прям... Две пятерки выпали. Что такое кризис? Какой кризис? Кризисы вас опустошают. Нищета вас опустошает. Психосоматика. Ну, психосоматика на краске выходит от каких-то ваших мыслей, да, что вот, знаете, как будто бы, не знаю, начинаете заниматься самоуничижением каким-то. Да, либо, знаете, вот не верите в себя. Не верите, ну, чувствуете себя каким-то бедным человеком, да, как будто бы, ну, неспособны. Либо вспоминаете какие-то вот былые свои успехи, а сейчас у меня такого нет. Либо раньше там у меня была там, я не знаю, молодость, и я как будто бы вот не туда, куда нужно, слил ее. Вот какие-то такие воспоминания не очень хорошие. Они вас опустошают. Прям очень-очень сосут энергию, да? Когда вы находитесь в какой-то нужде, либо, знаете, страх, переживание по поводу того, что я стану нуждающимся человеком. Знаете, как говорят, не дай бог. Вот такое ощущение, что вот вы здесь себе сами говорите, не дай бог я буду от кого-то зависим, либо не дай бог я останусь без денег, не дай бог мне придется кого-то что-то просить. Какие-то вот такие вот убеждения, мысли. Вот здесь прям действительно до страхов, до, как это называется, когда ты очень сильно погружаешься в эту эмоцию. Здесь даже не страх, до абсурда какого-то, вот, ну, прям, знаете, вот...
я не знаю, как это даже не фобия, а это ну, вот накрученное, что-то такое очень сильно придуманное. Ну, вы знаете, как это, шизофреники начинают там глючить, и вот они видят там какие-то там, я не знаю, инопланетяне приехали, забрали, вот что-то такое, вот прям очень такое абсурдное и в голове. Вот это вот все такое вас опустошает, что вы пугаете сами себя, какие-то триллеры смотрите в своей голове, вот, и к чему это приводит. Так, шестерка педакли, что с ней? Взаимодействие как-то с людьми, с миром, что с ним происходит? Здесь как будто бы, знаете, это мотивирует вас на то, чтобы вы как-то по-другому начали взаимодействовать с людьми. Вы после таких ситуаций, которые я писала, да, опустошение, вы начинаете пересматривать свои отношения, личные отношения, да, с любимым человеком. Либо с самим собой, как любовь, либо с любимым человеком. Вы как-то по-другому потом действуете, поступаете. Вот какие-то вот эти вот ситуации, знаете, то ли... не то, чтобы вы как-то взрываетесь. Нет, здесь как-то... Знаете, что у вас может быть? Вот вы в таких ситуациях как-то у вас просыпается как будто бы любовь. Любовь именно либо желание получить эту любовь, ну, создать пару, если у вас нету. Если у вас есть, у вас как будто бы просыпается любовь к своему мужу, либо к своей жене. Какая-то вот такая нежность, как-то вот страх, что я потеряю тебя. Как-то вот вы по-другому начинаете со своим близким человеком взаимодействовать. Если нету близкого человека, ну, допустим, ушел из жизни, то вот вы начинаете вспоминать, там, может быть, вспоминаете не очень приятные вещи. Ну, типа, ты ушел, меня оставил, вот как-то такое. Какая-то вот любовь, да, неожиданно тоже пробуждается. Если нету пары, ну, то есть вы молоды, да, то как-то неожиданно появляется желание, что вот, а я хочу отношений. До этого, допустим, не хотела, все меня устраивало, а тут я хочу отношений. К чему это приводит? Знаете, вот это вот все приводит к исцелению, да, вот к какой-то вот умеренности. Вы как будто бы пересматриваете свое отношение вообще к жизни. Здесь как будто бы, знаете, вот какое-то очищение происходит в вашей жизни, и вам хочется как-то быть более добрее, более человечнее, хочется как-то делиться, что-то давать другим, да, как-то, ну, я не знаю, волонтерство, что ли, просыпается какое-то. Какие-то такие вот очень интересные качества, хорошие, но они не яркие, они, знаете, вот хочется кому-то улыбнуться, вот хочется, я не знаю, там кошечку погладить, там собачку, вот какие-то такие вот, я не знаю, как это описать, я не знаю, как называется эти энергии, что-то такое. И вот здесь, знаете, вот через это все происходит какое-то ваше исцеление. Вы как будто бы свои травмы лечите. То есть вот это вот опустошение, оно приводит вас к тому, что у вас происходит какое-то излечение вашей души. И смотрите, здесь если тема отношений, что-то я стала про тему отношений говорить, тройка. Я не знаю, что у вас происходит. Семья там говорила, тут отношения. Это вот эти вот состояния, они могут привести, вот то, что я сказала, да, к исцелению, к желанию построения серьезных отношений, потому что выпадает император, либо очищение вашей внутренней души и желание стать, знаете, вот таким человеком более ответственным за свою собственную жизнь, да, человеком таким достаточно сильным, человеком силы воли, человеком дисциплины, который, знаете, вот прям
ну, как бывают мастера, например, Шаолина, да, такие вот подтянутые, собранные, которые четко знают, что хотят, да, вот у них есть какая-то вот программа, какой-то смысл в жизни, да, что-то они делают, вот здесь какая-то такая энергия, собранная, сфокусированная, то есть произойдет исцеление, и вот из какой-то вот такой вот мягкой лужи, да, вы как будто бы собираетесь, и все, и теперь будет все хорошо, теперь я пойду к высотам, да, как будто вот у вас дух просыпается, вы духом становитесь сильнее. Не знаю, почему-то у меня армия, вот какие-то все картинки из армии идут. То есть, знаете, вот выстроились в шеренгу все эти новобранцы, все такие подтянутые, выбритые, вот прям, вот что-то такое. Как интересно. Да, и потом выпадает шут. То есть потом у вас появляется желание идти дальше. В новое, да, вот в новое, хочу познать новое. Такое ощущение, что вот без этого вы в новое не идете. То есть вот должно пройти вот это, и потом, это как будто ваш сценарий какой-то. Я же говорю, мне здесь сценарий вам показывают, что после вот этого негативного у вас появляется вот это новое. Это у меня бывший муж всегда такое говорил, да, когда у тебя есть проблемы в жизни, выйди в мир и послушай проблемы других людей. Потом придешь и поймешь, да, что на самом деле у тебя в жизни все хорошо, потому что твои проблемы по отношению к проблемам другим людям, да, они намного меньше. То есть выражение, да, всегда есть что-то хуже. Да. Это не самое худшее, что с тобой случилось. Всегда есть что-то худшее. И вот здесь вот, вот это вот ваше понимание, что вот то, что с вами происходит, да, как будто бы потом идет переоценка ценностей, то, что я сказала по суду, вы начинаете на мир смотреть по-другому, позитивнее, желание какое-то, вот знаете, любить. Какие-то вот человеческие качества очень хорошие просыпаются в вас. Вот, вы по-новому смотрите на мир, исцеляетесь, исцеляете какие-то свои блоки, проблемы. У вас уходит вот эта вот дуальность, которая здесь была, и вы как будто бы, ну, входите в баланс, да, вы начинаете это управлять, и у вас сразу поднимается дух, ваша энергия поднимается, ваша сила, вы становитесь сильнее, понимаете, вы становитесь сильнее, и это провоцирует вот чему-то новому, это вас выбрасывает на другой уровень. Прям, знаете, вы становитесь бесстрашными, вы верите, начинаете верить в себя. До этого вы не верили, а тут вы начинаете верить в себя, у вас появляется желание, мотивация, и вы идете, да, вы как будто бы вот вам море по колено, и вы таким образом, ну, своего рода такая вот мотивация к чему-то, тому, к чему вы должны прийти. Это вот ваш путь такой, движение. Видимо, не надо было мне, да, оставшуюся колоду, то есть достаточно было сказать то, что я уже сказала. То есть и этих карт было достаточно. Вот, а я благодарю вас за внимание, благодарю вас за ваши комментарии. Хочу пожелать вам отличной недели, всего самого наилучшего. Прощаюсь с вами. Всем пока-пока.